нас следующий поединок в весовой категории до 63,5 килограмма. Следующий бой, в котором встречаются Евгений Кириллов, Латвия, и Владимир Кравец, Украина, представляющий Union Box Promotion. Ну, Евгений Кириллов, 22 года, молодой боксер, вот, рост 70 сантиметров, проживает в городе Рига, представляет профессионал Балтийскую лигу профессионального бокса. Общий стаж занятий боксом 7 лет. Четырехкратный чемпион Латвии. Провел 70 поединков, 54 одержал победу. На профессиональном боксе 3 года. Провел 22 боя. Да, 22 боя, выиграл 9. Проиграл 12. Одна ничья. А в синий угол ринга вызывается Владимир Кравец. Union Box Promotion, Украина, который живет в Донецке. И я думаю, мы Владимира Леонидовича попросим, чтобы он подробнее нам рассказал об этом боксере, так как это его воспитанник, его ученик, который готовился всю свою любительскую карьеру, готовился под его руководством. Я думаю, он нам расскажет о нем. Да, мы сейчас немножко видим, как Владимир выходит в ринг. То же самое Владимир начал заниматься в таком поселке, как Заперевальная, спортивный клуб, там был «Золотые перчатки». Вот. После этого его занятий, довольно, скажем, можно быть успешных занятий, он поступил в училище Олимпийского резерва, где проявил свои лучшие качества. Вот. Потом поступил в институт и перешел в спортивный клуб Елисеева. Он добился неплохих результатов на любительском ринге. Вот. Стал мастером спорта международного класса. Был участником чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр. То есть практически в любительском боксе такую дорогу свою прошел полностью. В Афинах он был, да, участник? Да, участник Олимпийских игр был в Афинах. Там бой был, присутствовал на этом бое. Вот, бой, так, было 2 нокдауна пакистанцу. Ну, я не скажу, что он проиграл этот поединок. Я тоже смотрел этот бой. 2 нокдауна пакистанцу считали. 3-й можно было отсчитать, но судья как бы там в одну очко, сложно сказать. Ну, спорт есть спорт. Вот. Ну, сейчас посмотрим на поединок. Видим пока разведка. Напомним, что это бой весовой категории до 63,5 килограмма. Владимир, боксер левша. У него очень хороший такой удар, это левый боковой. Он с обеих рук может ударить. Физически сильный, да, мы знаем. Крепкий парень. Да, крепкий, может ударить с обеих рук. Как с левой, так и с правой. Техника у него тоже своеобразная, так как он не сильно высокого роста боксер, но довольно-таки плотный. Ну, этому боксеру присущ еще такой азарт, вы знаете, иногда бывает так, рискует, бросается с желанием ударить боксера. Немножко хладнокровности, но мы видим, пока пристрелка идет такая, тактическая. То есть это тоже своего рода, как бы сказать, в профессиональном боксе, когда боксер висит на руках, это, как бы сказать, тоже такая профессиональная уловка. То есть, да, много штучек разных таких, которые и придержать, и придавить где-то. Да. И где-то, чтобы боксерские руки устали чуть-чуть, да, а там уже более реально пробивать. Обратно нужно больше, конечно, передней руки противника раскрывать. Он сам раскроется, видно, справа противник бьет часто. И ловить его под левую руку. Но Владимир хочет больше ближнего дистанции. Бросается с левой руки. Чуть подготовить нужно эту атаку с задней руки. Здесь больше тактически видно вариант. Больше повисеть первые раунды на руках, то есть закрепостить противника, дать. Вот видно, что боксер руки свои встряхивает, видно, руки уже налились. Если еще раунд-два, то у боксера опустятся руки уже. Да, тут можно было поточнее, конечно, ударить. Вот видим, что -то. Владимир Кравец, хотелось бы сказать, воспитывает дочка, также женат, вот, ходит в школу. Семья. Вот жена Марина тоже, думаю, всегда переживает за него. Начало второго раунда. Двигается под правую руку. Ну, это его, так можно сказать, одна из коронных таких своеобразных. Не обычно боксеры левши двигаются за левую руку. Он идет рискованно под правую руку, потому что боксер начинает бить справа, он его тут бьет на опережение. И это довольно эффективно заканчивается. Хорошее движение сейчас было. Он когда идет назад, идет как раз под правую руку. А когда движение начинает, то начинает его правильно тогда, да, в свою сторону. Для атаки под левую руку. Возможно. Главное не прозевать с правой. Тоже сразу, молодец. Вот здесь нужно быть, все-таки висеть на противнике. Да. Здесь не давать пространства для действия. Да. Вот здесь дать промахнуться и наказать, промахнуться и наказать. Тем более он умеет напрягать, пусть напряжение и поддержит. Вот, хорошо. Тоже чуть пособраннее надо руки поднимать. Это все-таки бокс. Немножко самоуверенно немножко. Здесь нужно уже видим, противник поймал, раскачая его, и здесь четче добивая. Но видим, что вот эти первые раунды и сказались на противнике. Ну да, изматывает его этой борьбой, изматывает борьбой, а потом уже четкими ударами достигает цели. Что партнер уже, вот, видим, уже подламывается. хороший удар. Хорошее попадание слева. Да. Вот опять с правой руки. Мы видим, что Володя опытный уже боксер, должен здесь, видно. Искушенный. Да, искушенный. Так, тактически два раунда, можно сказать, повисел на руках у противника. Сейчас уже начинает тактически разбираться. Все-таки видно, да, вот в начале боксировали ребята. Ну, видно, молодые, которые проводят там свои первые бои на профи-ринге. И вот уже у которых по 30 боев. Тот же Андрей Кудрявцев, у которого уже за 40. Вот, Владимир Кравец, у которого по 30 боев. Сразу видно, совсем другой рисунок боя. Тактика на бой. Стратегия. Но. Как паук паутину плетет. Да. Ряд обманных движений. Да, тут правильно тренер подсказывает, подходить нужно ногами. Валерия Ченков. Ноги не должны отставать. Да, Насте смысла нет. Да, противник уже держит его. Движение делать. Он бросается. Чуть пониже, где-то по печени нужно больше ударов. В корпус наносить. Вот видим, как противник держит руки. Придерживает его. Тут нужно больше раскачка и больше повторов. Хорошие удары снизу. Но обратно хочет Владимир завершить все в один удар. Все в один удар слева хочет. Дима, рассечение у Владимира. Смотри, над левым глазом столкновение головами, наверное, было. Да, есть сечка, видно, сечка. И вот здесь нужно хорошо ловить партнера. Но упущен момент. Чуть-чуть разброса на действие. Тут где-то бы, если бы ему собраться, чуть пособраннее. Так, вот, пособраннее. Держите. Тот держит партнер за руку. Ну, в чем и красота профессионального бокса. Вот здесь нужно ловить хорошо. Он и профессиональный бокс весь, что помимо самого бокса еще есть ряд различных таких технико-тактических. Приемов, которые боксеры применяют, чтобы или нейтрализовать соперника, или наоборот уменьшить его сильные стороны, убрать их, что говорится. Нейтрализовать, развернуть бой таким образом в свою сторону. Вот сейчас слышим, представляют Станислава Каштанова, который тоже вот, показывает картинки, его, который присутствует на данных поединках. Который не выступает в сегодняшней программе. Надеемся, мы скоро увидим его в дальнейших турнирах. А у нас очередной раунд поединка. Но обратно мы видим больше боксер из Латвии держит нашего спортсмена. Атака, хорошая атака. Чуть пособраннее было. Амплитуда движения большая такая все. Чуть-чуть бы собраннее. Возможно, бы увенчалась бы успехом. Атака Владимира. Вот хорошо, хорошо, отлично встретил. Подходи, говорит, сейчас еще. Вот еще. Кто-то не хочет подходить, собственно говоря. Знаешь, что... Ну, почувствовал, да, наверное, да, какие, насколько увесистые кулаки у Владимира. Да, особо... Вот сейчас хорошее сближение. Да. Нет желания сближаться. Обратно Володе нужно пожелать больше передней руки, все-таки растягивать. Подготавливать, да, атаку с левой руки. Передняя рука должна работать. Вот, а потом все, и придет левая. Вот, да, потом с левой руки. Вот тянется ноги сзади, а руки впереди. Знаем, вот сейчас попал по печени хороший удар. Можно, вот еще удар по печени хороший. Надо проводить больше, чаще по туловищу ударов. Потом по голову. Бросается, ноги, да, остаются сзади. И не хватает ему чуть-чуть. Сейчас вы могли слышать, как представляли Станислава Мердова, который, как я уже говорил, участвовал в поединке за звание суперчемпиона в Австралии с Крисом Джонсом, который в данный момент секундирует Владимира в его углу вместе с Валерием Черенковым. У нас очередной раунд. Немножко стоят ноги. Да, чуть-чуть. Да, да. Можно подбавить движение. Вот удары по печени, правильно. Вот хороший обратно. Переводить нужно на корпус, а потом с корпуса переводить на голову. Да, чуть-чуть нужно увязывать как-то с живота на голову, да, переводить, да, и да, чуть больше ударов, не одним ударом стараться. Одним, да, да. Потому что он или не проходит, или вязнет. Комбинировать нужно. Но нет повтора, как бы сказать. Есть хороший удар. Вот они. Вот есть. Лучше вот так вот. Руки на место пособраны. Вот хорошо. Ну и сам пропустил. Ну и через руку сам попал. Да, попал, но лучше не пропускать. Вот хорошо. Чуть-чуть надо разнообразить. Вы видите, он потянул на себя противника, а противник как бы пошел вперед, раскрылся. Он встретил его. Противник обратно только пошел, он его встречает. Вот по животу, по животу. Да, удары по корпусу будут сказываться в поздних раундах. Это и функциональное состояние, и дыхание. А видно, как тяжело Владимир бьет. Кулаки, да, что называется, влипают. Тяжелые руки. Попал. Не надо сближаться. Да, попал, и не надо сближаться. Здесь больше нужно корпусом раздергивать. Вот, отлично, ушел. Да, и здесь же атаковать. Не оставаться. Не оставаться. И руки держать поближе. И четкий удар, да, последний. Концовка очень хорошая. Да, несколько чистых попаданий в этом раунде таких. Повторы. Видите, как потряс удар Владимира, его оппонента. Вот видите, как раз в углу смазывает вазелином лицо боксера во избежание механических повреждений, столкновения головами или рассечения каких-либо. Вот так, хорошо. И на голову держит. Обратно готовит, видно, готовит, хочет, очень такое желание огромное. Должна присутствовать все-таки передняя рука боксера. Мы видим в ринге, что корректно боксеры как бы друг друга, они как бы не били, всегда остаются у них. Да, чисто, друзьями, чисто да, спортивный. Спортивный такой интерес идет. Спортивное зло, спортивный азарт этот. Ну, а после ринга они, конечно, друзья на очень большие многие годы. Так, видим, как бы возвращение к первому раунду, где клинчевание нашлось. Как немножечко такое. Через друг. Вот в печень. Хороший удар. Спиной поворачивается постоянно. Да. Латвийский боксер. Нужно промахи наказывать, конечно, боксер. О, более опытный Володя, здесь нужно быть более точным. Так, руки повыше держать, и не будет хватать эти ненужные удары. Вот удар по печени, очень хороший удар. Еще развить нужно. Боксер держит руку, не может уже все. Нужно разорвать и повторить, просто разорвать, повторить. Я думаю, секунданты должны подсказать, что очень хороший удар по печени. Да, тем более уже попадал не один раз, ощутимо. Ну, довольно интересная борьба идет. Я думаю, в последних раундах будет хорошая напряженная борьба, и посмотрим, кто из них победит. Хотелось бы сказать о юниорской компании, промоторской компании Union Box Promotion, которая в этом году будет отмечать свой десятилетний юбилей. Она была основана в декабре 2002 года, и вот как раз в декабре этого года будет 10 лет, как уже она плодотворно представляет боксеров, плодотворно развивается. Уже есть и чемпионы мира, и очень много перспективных боксеров. Ну, за это время они завоевали 85 титулов, то есть были чемпионами мира, чемпионами Европы, 85 титулов. Это очень большое за 10 лет. Да, очень большая работа проведена на самом деле. И по версии ВБА чемпион мира Вячеслав Сенченко и Станислав Каштанов, который был чемпионом мира среди юниоров по версии ВБЦ. Это они неоднократно признавались лучшими боксерами. Ну, а также работа промоутерской компании неоднократно была отмечена на различных конвенциях международных и неоднократно была признана лучшей промоутерской компанией года. А Юрий Рубан был признан промоутером десятилетия. Также хочется вам сказать о недавно проходившей конвенции в Донецке. Конвенция ВБА, Всемирной боксерской ассоциации, которая проходила в ноябре прошлого года. В ней принимали участие более 200 представителей из более чем 60 стран мира. Должен вам сказать, что она прошла на высоком уровне. Все присутствовавшие отмечали это, были очень довольны. И президент этой ассоциации Жильберто Мендоза отмечал это неоднократно в своих высказываниях. А у нас вот поединок продолжается. Опять в том же русле борьба и тяжелые удары. Тоже рассечение получил. Рассечение получил латвийский боксер. Перехваток быть точнее. Да, уже потяжелее так удары Владимира стали. Как-то уже более прицельно он стал наносить удары. Вот и по животу, да, и да, по голове. Вроде как нашел свою. На рассечении видно, очень сильно на рассечении. Сейчас будет восьмой. Столкновение головами произошло. Попробовать ему отрабатывать, повторил. Последний? Бокс! Когда сам атакует, проваливается. Больше атаки венчались успеха Владимира, те, которые вот сам латвиец идет на него, тогда у него получается встречать более плодотворно. Ну, латвиец тоже такой атлетичный боксер, крепкий. Надо поднять. Вот хорошая попадание. Да. Сейчас, ну, такое ощущение, что Владимиру есть чем завинтить. Вот, есть чем завинтить, и сейчас надо просто растаскать противника, увеличить, да, темп, движение вперед-назад. Дать вот, вот здесь нужно так, ловить. Вот, ну, видно, что и здесь ловить. Вот промахи нужно наказывать партнера. Вот хорошо встретил. Хорошо еще. На встрече у него лучше получается работать. Руки поднять надо, обратить внимание на вот это. Руки поднять. Вот хорошо. Хорошо останавливает его. Вот еще удар, попал, да, попал. Вот еще и пожевал. Нужно дорабатывать. Далеко приедет, очень далеко. Тут нужно доработать. Ну, вот это, конечно, литовец зря бравировал, нашего опустил руки. Это может кончиться очень плохо для него. Он прибывает в состояние игры, литовец. Тут нужно дорабатывать. Еще вот здесь надо. Хороший раунд для Владимира. Много точных попаданий. Вот как раз можете видеть работу Казмана. Вот. Поставь висечку, да? Вот здесь, да, и все, против. Вот здесь было доля секунды. Пошатнулся, да. Не использовал, попало. Затоптался на месте. Воду, ведро давай. Да я понял, ну, тяжело, да, вот вижу руками. Молодец, стойкий парень, литовец, тоже столько попаданий таких, да, тяжелых пропустил. На то он и бокс, мужественный вид спорта. Здесь мужественные люди выходят в ринг, показывают свое мастерство, свой класс, свой характер. Приятно смотреть, зрелищно. Вот. Уже литовец не бросается, уже выжидает. Теперь Владимиру можно попробовать и самому развить, тем более пошло уже вроде в предыдущих раундах у него. Нашел он. Хотя вот литовец может сейчас и пойти вперед. Вот. Опять по животу. Очень хороший, да, хороший удар в живот проходит. Ну, тянется чуть, вот особенно в живот, когда с задней руки не подшагивает задней ногой. Вот. Точнее, ну, точнее пробивать. Обратно в живот удары видим, что... С перчатками какие-то там неполадки. Да, судья перевязать, наверное. Показывает, остановить время нужно. Шнурок, лейкопластырь. Время пошло. Продолжается бой. Через переднюю, Зэй, переднюю начинай. Чувствуется на ногах. Ну, обратно, все в один удар. Все в один удар. Где-то должно быть повторение. Сейчас начал боксера более раскручивать влево-вправо. Ну, вроде свежий Владимир так. Это так что, наверное, есть куда добавить. Порох еще есть, да. Я думаю, что порох есть. Добавить чем есть еще. Значит, нужно здесь развивать. Вот, развивать. Останавливается латвиец, останавливается, развивать. Вот, опять попал. Можно уже предупреждение дать за то, что разворачивается. Кириллов. Ну что ж, это хороший раунд. Вот, я думаю, безоговорочно здесь. Он за Кравцом. Но остался последний раунд, чемпионский раунд. Я стараюсь. Двигайся, бьют. Ну, сумбур, вот мы показываем. Видим сумбур, очень большой сумбур здесь. Борьбы много. Да. Очень много сил тратится. Сейчас красивый бокс надо показать. Только не такой, как надо. Там, подойдите. Последний раунд. Вот здесь чуть-чуть пособраннее, поострее стало. Ну вот, острее да, действует, да, острота. Вот, вот так вот удар. Хорошо. Вот ведь может же он да, остро да, работать. Только... Опять начал. Да, один удар. Да, один удар, да. Опять попал. Да. Выглядит посвежее и есть ему, чем поднять руки. Да, поточнее, посочнее. Тем более начал же он отлично, а потом отказался от этого. Я думаю, сейчас его удар отрезвит. Да, не заигрывается. Вот, и будет отрабатывать. Здесь доработать нужно. Через переднюю руку. Да, и концовку нужно доработать. Концовку, как раз тут последний раунд. Вот, пожалуйста, только нужно продолжение с ногами. Мы видим, откровенно бежит партнер встречать. Вот, пожалуйста. Устали боксеры, концовка раунда. 15 секунд, 15 секунд, 10, все, концовка. Похитрее. Да, нужно. Руки похитрее, собрать, да. Чуть похитрее нужно. Если тем же корпусом делает, то нужно с собранными руками возле головы. Ну, молодец, Владимир Кравец, это его как бы бой после Донбасс-арены, такой немножечко уже как прочувствовал себя, увидел, услышал, нашел свои ошибки, думаю, просмотрит свою видеозапись, просмотрит, и есть над чем работать. Ну а пока у нас подсчитываются результаты поединка, хотелось бы вам несколько моментов из истории. Во дворце спорта «Дружба» проходили встречи между сборными СССР и США в 1978 году. Также в 1982 году здесь проходил чемпионат СССР. И в 2003 году проходила матчевая встреча между сборными Украины и сборными Соединенных Штатов Америки. Вот. И здесь же в 2001 году спортивный клуб Дмитрия Елисеева стал чемпионом Северо-Западной Европейской боксерской лиги. Это вам исторические факты. Победил он в этом поединке. Я думаю, присоединяется к нашим поздравлениям его супруга Марина, дочка, жена. И пожелаем ему дальнейших успехов. Да, поздравляем его. А у нас следует...